Тем временем Минприроды может запретить экспорт российского леса в Китай. Это накануне заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин. По его словам, эмбарго придется вводить, если Китай не подключится к решению проблемы незаконной вырубки на Дальнем Востоке и в Сибири. Именно оттуда в КНР идет больше всего леса кругляка от черных лесорубов. В адрес правоохранителей Китая уже отправили обращение для совместной работы по пресечению контрабандных поставок древесины через границу.